В 18-м, начале 20-го столетия одним из самых посещаемых мест в Новгороде была часовня, в которой хранился чудный крест. Особо чтимая новгородская святыня. Традиционное местоположение креста было при выходе из Кремля на мост через Волхов, на пути из Санкт-Петербурга в Москву, наиболее оживленной российской трассе до строительства Николаевской железной дороги. Впервые каменное строение часовни было возведено в 17 веке и представляло собой в плане равноконечный крест с восьмискатным покрытием и колоннами по углам. Здание венчал высокий барабан с узкими бойницами и главой сложной формы. В 1830-х годах часовня была перестроена на старом месте. Тогда же напротив был поставлен дом заведующего мостом. Сохранилось достаточно большое количество фотоснимков и картин конца 19-го, начала 20 века, на которых изображена часовня. Виды Кремля, моста через Волхов, перспективы на Кремль с торговой стороны и так далее. Сооруженная в стиле классицизма, часовня представляла собой прямоугольное в плане здание с плоским куполом, увенчанным маленькой главкой. Перед главным северным фасадом, обращенным на мост, был поставлен четырехколонный дорический портик. Сам чудный крест висел на стене напротив входа. В здании также было устроено печное отопление. Считалось, что чудный крест оберегает мост во время волховских разливов. А новгородские гимназисты перед сдачей экзаменов бегали ставить свечи к чудному кресту. Здесь же всегда встречались крестные ходы с обеих сторон города. Часовня оставалась действующей до конца 20-х годов прошлого века. А в 30-м году часовня была ликвидирована, и до войны здание ее занимал освод. Во время вражеской оккупации часовня пострадала незначительно. На крыше часовни гитлеровцами был устроен наблюдательный пункт. А после войны она была одним из наиболее сохранившихся строений разрушенного города. Здание планировали отдать обществу содействия военно-морскому флоту. Находилось в здании часовни место и в планах восстановления Новгорода архитектора Щусева. Однако судьба часовни была решена при установлении охранной зоны Кремля, в которой были снесены все здания, искажавшие его архитектурный облик. Переживший Вторую мировую войну памятник был разобран в конце 40-х годов на строительный материал. С тех пор на его месте находится заасфальтированная площадка.